В Орленке подвели итоги не только педагогической деятельности, но и всей проделанной работы в 2018 году. На торжественном собрании трудового коллектива сотрудников всех служб и отделов детского центра поблагодарил за плодотворный труд директор Александр Джеус. Игорь Хворостянов побывал на месте события. У нас огромные, гигантские задачи. За 13 смен в Орленке побывали 23 тысячи детей со всей России. Успешно реализовано 97 программ. Все благодаря совместным усилиям педагогов и сотрудников всех управлений и служб детского центра. Директор Александр Джеус в своем выступлении признает работу удовлетворительной. Мы успешно выполнили государственное задание, всю производственную программу. Дополнительно приняли больше детей. Мы приняли больше 23 тысяч детей в этом году. В Орленке круглый год трудится около 700 специалистов. В летний период их число превышает 2000. Это педагоги, медики, инженеры, техники, дизайнеры, водители и рабочие. Сообща, они отдают все свои силы, чтобы отдых в детском центре для каждого ребенка был комфортным, интересным и ярким. Сегодня директор много сказал о том, что со всеми задачами, поставленными на 2018 год, мы справились. В 2019 году будет больше задач. Ты понимаешь, какой колоссальный труд проделал весь коллектив Орленка. Впереди нас ждут большие, серьезные планы и победы. В течение года в детском центре проходили конкурсы и соревнования. В конце осени прошел месячник охраны труда. А летом педагоги боролись за звание лучшего педотряда на конкурсе вожатского мастерства. Итоги подводят на собрании, отмечают победителей и призеров. Также лучших сотрудников награждают грамотами, дипломами и благодарственными письмами Федерального собрания РФ и администрации Туапсинского района. Было очень много интересных моментов, много нового, много того, что мы пытаемся совершенствовать. Действительно, благодаря тому, что вот такие награды вручают и проходят такие конкурсы, мы понимаем, что все не зря, что итог действительно оправдывает наши действия, нашу работу. В завершении собрания всех сотрудников поздравляют с наступающим Новым годом партнеры и друзья центра. Народная артистка России, телеведущая Ангелина Вовк, российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова. Закрывается встреча музыкальным подарком от образцового ансамбля танца «Орлята». Этой зимой его участники выступили на сцене Кремлевского дворца вместе с народной артисткой России Ларисой Долиной. Успехов всем нашим сотрудникам. Они большие молодцы, они большие труженики и много делают для развития детей России. Впереди новогодние праздники. Многочисленный трудовой коллектив «Орленка» уходит на небольшой перерыв. С новыми силами детский центр начнет работу 9 января. Игорь Хворостянов, Алексей Исаев, Аркадий Коваленко. Телеканал «Орленок ТВ».